Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info, и перед нами Vivo V20. И в этом видеоролике мы вам покажем, как записать видео в режиме таймлапс на этом телефоне. Для этого мы заходим в камеру. И в камере мы листаем вправо до пункта «Еще», где ищем интервальная съемка. Так здесь называется таймлапс. Здесь, смотрите, нажав сверху на часики, мы можем поменять скорость таймлапса. Это может быть автоматическая скорость, это может быть в 15 раз быстрее для быстрого движения, в 30 раз быстрее, то есть движущиеся люди, в 60 раз быстрее рассвет или закат, в 120 раз быстрее. Это если вы снимаете облака, 240 раз быстрее — это облака, которые двигаются медленно, 480 раз быстрее — это тень, если вы снимаете, к примеру, если вы хотите снять, как солнце, не знаю, вокруг Земли оборачивается, и как из-за этого меняется тень, то вам нужно выставить 480x и 960x. Это мы снимаем звезды, к примеру, солнце, но солнце будет пересвечивать вам кадр. Так что, думаю, здесь не о солнце идет речь, а просто о звездах, когда планета кружится. И на этом все. Нажав на кнопку съемки, мы можем начать запись. Нажав еще раз, мы можем ее закончить. Также справа есть кнопочка, с помощью которой мы можем поставить на паузу наш таймлапс и потом продолжить его записывать. На этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всего хорошего. Пока!